Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карпинская на улицах Понтичерри. Вот ходят такие маленькие, бедные собачки. Вообще, мне так жалко всех животных, которых режут, убивают, которые вот здесь. Смотрите, он прямо смотрит, как человечек. И второй бежит. И бежит второй, лапочка. Но у меня ничего нету для него. Деточки, милая моя, хорошие. Вот такие двое. И вот это все, вот здесь такая помойка. Это прямо улица, одна из улиц. Вот она, бросают мусор, где попало. То есть никаких вот ограничений нет. В туалет ходит мужчина. Еще и в туалет ходит. Ну вот стыдно просто. Как можно в 21 веке вот так жить? Ну, жалко очень бедных детишек. Для меня они детишки. Ай, боже мой. И вот детишка пошла гулять. Малышечка хорошая. Да, такая улица. Чуть-чуть отошел от центра и уже просто... Как можно бросать? Вот здесь вроде чисто. Но они берут и туда сбрасывают всю грязь. Ну, это же немыслимо. И здесь тут же магазин. Это просто вот улочка такая. Небольшая. Ну, вот. Мы здесь искали тесемочку, нашли. Здесь тоже что-то продается. Хочешь посмотреть, да? Моя, давай посмотрим. Да, что-то здесь такое продается. Корни какие-то всякие. Надо учесть. Пока мы не знаем, что это такое. Что это? Не знаю. И это корень какой-то. Майя, узнать бы, что это за корни. Ну, вот. А, Юль. Ага. А, господи, какая грязюка. И они находятся среди этой грязи. И им, вот они гуляют. Им как это? Хрен по деревне. Вот по-другому не скажешь. Просто хрен по деревне. И это позор какой-то. Ну, собак здесь много. Они здесь и рождаются, видимо, и умирают. А вон какая грязь. Ой, боже, какой кошмар, да? Там вообще просто вход, как в помойку. Да, и хрен по деревне. Вот, и никто не реагирует. Это не так, как у нас в Шиезе. Вот смотрите, что здесь в Индии творится. Прямо в центре. Все гниет. Все вот так вот. Ну вот мы вышли на улицу, где уже магазины. Здесь уже типа все классно. Здесь все замечательно. Все. Спасибо. С вами была Мария Карпинская.